Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будут вот такие вот интересные часы Курен. Давайте распечатаем и посмотрим, как они выглядят. Довольно неплохой бренд выпустил вот такую вот, интересную модель часов в классическом дизайне. Ремешок у нас часов очень приятный на ощупь, кожаный, а точнее нубуковый. Это шлифованная кожа. Матовая. Да, очень приятный на ощупь. Корпус часов у нас также матовый. Так вот, в черном цвете идет. Стальной. Минимальный дизайн, из цифр только одна восьмерка. Вот, есть маленький дополнительный фальш-циферблат. Вот он с правой стороны. На застежке ремешке есть логотип бренда. Вот на ремешке, а вот на застежке. Вот так вот это все интересно выглядит. Здесь у нас бирка. По техническим характеристикам. Ширина корпуса с заводской головкой, вот с этой, у нас 45 мм. Без заводской головки 42 мм. Толщина корпуса, вот таким вот образом, 10 мм. Длина ремешка 27 см. Такой вот у нас довольно длинный. И ширина ремешка 20-22 мм. На руке они сидят вот таким вот образом. Очень красиво. Даже по сравнению с моими классическими часами, которые у меня на руке, эти смотрятся намного богаче и лучше, красивее. Вот такой вот классический дизайн. Но мне очень понравился, конечно, ремешок. Ремешок, он и цвет довольно приятный, и сам на ощупь. Ну да, это матовая шлифованная кожа. Все-таки таких часов я встречал очень мало с таким вот ремешком. Здесь на задней у нас крышечке надпись. Да. Вот. Сам ремешок, застежка у нас тоже стальная. И сталь такая необычная. Необычная объемная сталь. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на наш канал вот здесь вот. Ссылка для покупки данных часов в описании. Ставьте лайки под данным видео. Смотрите новые видеообзоры. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.